Праздник Крещения Господня в Севастополе ежегодно освещают воды Чернореченского водохранилища, главного источника водоснабжения города. Традиция на протяжении многих лет бережно хранится и поддерживается руководством города и Севгорводоканала. Правильно, что наши предшественники, руководители города, руководители водоканал, христианская церковь, наша православная, Херсонес, Владимирский собор. Традиционно здесь проводят окончательный процесс освящения воды. Чувствуется, что люди нас поддерживают, люди объединяются. А объединяющим началом, как известно, всегда является вера. Уникальный комплекс на 64 миллиона кубов был построен в 1954 году. От него напрямую зависит жизнь Севастополя. Есть замечательный прогноз отца Сергия Духовный и прагматичный от Николая Владиславовича, что еще примерно 7 миллионов кубов воды находится в запасах снега, который находится в горах и будет находиться. Так что есть уверенность в положительном обеспечении водой Севастополя в этом году. Чернореченское водохранилище наполняется большей частью благодаря осадкам, дождю и снегу, которые в Севастополе – редкость. Вот почему минимум раз в год на берегу водохранилища духовенство и миряне собираются на общую молитву, а не с посланием милости Божией. Именно Бог дает дождь, именно Бог дает снег, именно Бог дает воду. Когда водохранилище становится пустым, мы понимаем свою немощь. Мы понимаем, что руками человеческими мы сделать ничего не можем. И тогда мы прибегаем к Богу и начинаем молиться и простить Бога, чтобы не оставил нас грешных без воды. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния.